Представители общественного движения «За совхоз», «За людей», «За достойное будущее» в рамках адресной помощи подарили семье Натальи Кениной современную инвалидную коляску. Жительница поселка совхоза имени Ленина воспитывает 14-летнего сына Андрея. У мальчика серьезный диагноз – детский церебральный паралич. Срок эксплуатации прежней коляски давно вышел, а приобрести новую стоимостью 138 тысяч рублей финансовое положение семьи не позволяло. При открытии центра «Вера» на Развилке, если вы знаете, нам дарили такую же коляску, только она у нас домашняя. Рейсер она называется. Но она очень тяжелая. То есть она 30 килограмм в подъеме, это 20 килограмм. И то есть нам ее неудобно просто было спускать. Два раза мы спустили ее и больше не смогли. Так что он теперь у нас только дома в ней сидит, а вот это как прогулочная у нас будет теперь. Специализированная инвалидная коляска повышенной комфортности в соответствии с необходимыми размерами и соответствующими форме ДЦП ортопедическими параметрами. Она просто и компактно собирается, легкая, обладает повышенной проходимостью и устойчивостью. К тому же модель предусматривает надежную фиксацию ребенка в кресле и позволяет регулировать глубину сидения и высоту подножек. Ребенок растет, ребенок в росте, в весе, и нам вот эта коляска, на которой он сейчас ездит, да, нам дарили ему, лет 5 ему было, 6. И то есть муж ее уже менял. То есть подшипники менял, широкого, то есть она уже все, она эксплуатация вышла. То есть это очень подарок, и она и очень высокая. По весу ребенка, то есть он как будет набирать, она до 120 килограмм. Теперь Наталье вместе с сыном станет намного удобнее перемещаться и совершать прогулки на дальние расстояния.